Сотни, тысячи жизней не имеют значения мирных граждан или тех, кто несет военную службу. Ни в чем не повинных и ничего не подозревающих. Прерванных внезапно, волей точно таких же простых смертных, по неизвестным причинам превозвысивших себя над остальными. Терроризм – беда, охватившая весь мир. Теракты гремели и гремят, всегда внезапно, всегда становясь страшной трагедией. Что движет теми, кого редко знают в лицо? Теми, кто несет смерть исключительно ради смерти, ради устрашения. Борьба с терроризмом ведется повсеместно и, несмотря ни на что, дает свои плоды. Вызов принят. Марина Комиссарова с вами. Сегодня у нас есть уникальная возможность задать несколько вопросов человеку, участвовавшему в террористической деятельности. Мы будем в этических целях называть его условным именем Ахмат. Житель Чеченской Республики. В начале 2000-х он оказался в составе группы ваххабитов и наряду с остальными участвовал в нападениях и обстрелах. Исправительная колония номер 5. Строгий режим. Сюда попадают осужденные впервые, сразу за преступления из разряда тяжких. В исправительную колонию строгого режима Ахмат прибыл 10 лет назад. Ему был вынесен суровый приговор – 17,5 лет лишения свободы. Среди статей, по которым осужден Ахмат – бандитизм, разбой и терроризм. Статья 205. Терроризм. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашение населения, либо оказание воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Те же деяния, совершенные а. группой лиц по предварительному сговору, Б. утратил силу. В. с применением огнестрельного оружия. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. На счету осужденного Ахмада два эпизода терроризма в составе банды. Среди них нападение на избирательный участок во время выборов. В материалах уголовного дела об этом нападении сказано как о попытке сорвать выборы и пошатнуть государственный строй республики. Следствие выяснило, что главной целью обстрела было устрашение населения и оказание влияния на принятие решений государственной властью, то есть усиление своего влияния. Еще одним мотивом этого теракта была месть сотрудникам правоохранительных органов. В составе группировки Ахмат обстрелял пункт милиции. С момента вынесения приговора Ахмаду и прибытия его в исправительную колонию минуло 10 лет. Больше половины срока осталось позади. Какие мысли в голове осужденного сегодня относительно своей прошлой жизни? Что он успел или не успел осознать за этот немалый промежуток времени, прошедший с тех пор, как он держал в руках оружие? На эти и другие вопросы сегодня ответит он сам. Если думать обо всем то, что произошло, то я вначале и не предполагал, что буду в розыске, что меня будут искать. Так получилось, что попросили помочь мне знакомые, которые тоже в этом селе я жил, тоже они там жили, и которые уже давно были в розыске. И вот я им начал помогать, и потом со временем меня тоже начали искать, и я оказался в розыске. И, конечно, я не предполагал, что меня будут так сильно искать, что мне придется спрятаться, что мне такой большой срок дадут. Но так сложилось, что в жизни. Я считаю, сейчас начал, не сейчас, а уже давно уже сижу, что я обманулся чисто, то, что поверил. Не все так было, как мне рассказывали, и не все так оказалось. Вы сами провели в заключении уже немало, 10 лет, и наверняка не раз прокручивали в голове события тех лет. Смогли бы вы, как бы вы поступили, если бы получилось начать жизнь сначала, до совершения преступления, за которое вас осудили? Я бы не стал сейчас ввязываться в это всякие, их, которые в розыске оказались люди, да, хоть они и близкие, хоть они и знакомые, не стал бы им верить, да. Но даже если
Я не стал бы просто сейчас связываться с этими людьми. И держался бы вдалеке от них. Потому что из-за меня вот сейчас оказались плохо. Моя семья, жена, мать моя, они сейчас ждут, больные. То есть я им доставил очень много хлопот моим близким самым. Изменились ли вы, находите ли вы в себе какие-то изменения за эти 10 лет, которые вы провели в исправительной колонии? И когда, в какой момент вы поняли, что были неправы, ввязываясь во все эти действия? Я родился в Чечне и жил все время там. И вот меня вывезли оттуда отсиживать срок. Я увидел новые места, много людей разных. Познакомился, общаюсь с русскими, с таджиками, со всеми. У меня разные друзья есть. Я понял, что люди, если человек, самое главное, он хороший, да, есть хорошие люди и плохие, то неважно, какой он нации, какой религии. Вот это я начал уже сразу понимать, когда уже, видя отношение ко мне, я тоже стал меняться. То есть вы чувствуете перемены в себе? Да. Ни от одного человека я в свою сторону, ни от заключенного, ни от сотрудника не видел плохого, как я приехал. Наоборот, поддерживают заключенные, советовали мне как. И потом вообще подружились. И сотрудники тоже администрации. Никаких особых запретов. Ну, кроме того, что касается режима, мне не создавали. Предоставляли мне, чтобы я молился, мог читать там, да, то, что образование получил здесь. Не образование, а это специальность получил, учился. То есть все условия были, чтобы я мог думать, учиться, общаться с кем хочу, вот, исправляться. Читают литературу разную, потом играют, там игры есть, шахматы, шашки, там, телевизор смотрим. И беседу иногда проводят с нами и психологи, и начальник отряда. Вы сами себя считаете преступником и террористом? Я себя не считаю ни террористом, ни преступником. Это я всегда говорил и сейчас говорю. Я не террорист, не исламист. Я простой человек и мусульманин. И если бы не эти обстоятельства, которые я бы никогда даже не привлекался бы ни по какому делу, ни в тюрьме не сидел бы никогда. Оглядываясь назад, Ахмад, по его словам, иначе смотрит на события тех лет и на себя в них. Перемены в нем, в его мировоззрении, во многом заслуга долгой кропотливой работы сотрудников колонии. Как пример можно привести, что у нас почти 10 лет назад к нам поступил осужденный за особую тяжкую статью. Осужденный был озлоблен, негативно настроен, полное неприятие ни труда, ни дисциплины, ни соблюдения. Ну, соответственно, был признан за систему нарушения злостным нарушителем и приведен в строгие условия отбывания наказания. Не сразу, но осужденный исправился. Отбыл законный срок, установленный на строгих условиях, изменил свое отношение к поведению и был переведен в обычные условия отбывания наказания. Причем на этом не остановился. Был трудоустроен на основное производство, где работает по настоящее время. Работает добросовестно, нареканий со стороны производственно-технического персонала не поступает. Замечаний по поведению нет. Ну, можно сказать, что в этом есть и наша заслуга, и стремление самого осужденного освободиться и вести законопослушный образ жизни и после освобождения. Сам осужденный строит планы на жизнь после окончания срока и, судя по его словам, желает начать все иначе. Время в колонии после долгой работы специалистов помогло ему признать свои страшные ошибки. Сам он говорит о своем освобождении так. Знаете ли, чем будете заниматься, когда освободитесь? Ну, я чем заниматься буду, еще точно не знаю. Не определился. Но я знаю точно, что
поеду сразу к семье своей. Потому что соскучился по родине своей, по семье, вот, по дому. И начал больше ценить своих, ну, то, что связано с самыми простыми даже вещами, вот, начал ценить. Я учился, можно разные получать, образование тоже можно, но я получил специально сварщика, чтобы хоть что-то уметь в жизни, где-то, если работать буду на воле. Я безработный был. В то время там не было ни работы, ничего. Если бы была бы работа, может быть, сложилось по-другому. Долгая, кропотливая и неустанная работа с осужденными ведется в колонии с момента их прибытия до момента освобождения. Общая задача всех сотрудников учреждений, всех отделов и служб – это воспитание осужденных. Воспитательная работа – сложный комплекс мероприятий. Это и выработка осужденных законопослушного поведения. Это добросовестное, сознательное отношение к труду, к установленным требованиям. Это участие в общественной жизни, в культурно-массовой. Это посещение школы для осужденных, не имеющих образования. Получение рабочих специальностей в производственно-техническом училище, которое действует при колонии. И, конечно, это длительный и сложный процесс, который требует индивидуального подхода к каждому осужденному. В настоящее время остатки террористических структур все еще имеются в северокавказских республиках. Их адептами являются не зарубежные маджахеды, а представители собственных, коренных этнических групп. При этом от совершения актов терроризма в отношении мирных жителей движение перешло к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В ряде субъектов Южного федерального округа фиксируется активность банд-групп, которые продолжают нападения на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, частично на гражданское население. Мировой опыт борьбы с этим явлением показывает, что в краткие сроки успех практически невозможен. В этой связи следовало бы ориентироваться на длительную по времени работу, совмещая силовые методы с идеологическими действиями по разоблачению терроризма, прикрывающегося исламом. Самой влиятельной и страшной в этом отношении ныне является организация ИГИЛ. О действиях игиловцев мы поговорили с осужденным террористом, который мог бы изнутри объяснить сами мотивы действий тех, кто воплощает собой зло, прикрываясь религиозными постулатами. Люди, которые живут, обычные люди, да, тем более, они ни в чем не виноваты. Ислам, он не допускает, конечно, убийства там и жестокости особой. А то, что происходит сейчас в мире, это совсем другое. Подробности я не знаю обо всем, что происходит в мире, но примерно то, что из того, что исходить, да, я бы не захотел бы, чтобы моя семья или мои дети, да, как-то были, ну, на этом пути. Я бы захотел бы, чтобы мои дети, моя семья, мои близкие учились, получали образование, и а кто хочет по религии идти, чтобы мирно жили и мирно учились где-нибудь, не вредя никому, не нанося вред никому. С вами была программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова. Берегите себя!